В республике отметили Всероссийский день матери. Глава Мордовии традиционно поздравил многодетных матерей. Наряду с почетными дипломами вручил им денежные премии. Причем ни копейки из этих премий матери не потратили на визаж и прически. Впервые за долгую историю региона прямо в Белом доме устроили салон красоты. Репортаж Татьяны Бебиновой. Любимые мужем и детьми многодетные мамы привыкли быть в центре внимания своих домочадцев. Для них они всегда красивые, во всех нарядах душеньки. Но в этот день мамы попали в руки визажистов и парикмахеров, чтобы, возможно, на пару часов поменять имидж, стать немного непохожими на себя, сделать красивую фотографию с главой Мордовии. Уж многодетные мамы знают толк, как быть неотразимыми, чтобы их любили. Очень счастливы. Не зря говорят, что дети – это счастье. Глава Мордовии душевно поздравляет многодетных мам с праздником. Для него это одна из самых теплых встреч, когда звучит много добрых слов о важности материнства сегодня, о значимости нравственного воспитания детей в семье и когда есть, что сказать таким семьям. За третьего и последующего детей в Мордовии выделяется республиканский материнский капитал. Сегодня он от 125 тысяч и дальше, свыше 180. Действует льготный ипотечный кредит 5%. За 5 лет свыше 500 многодетных семей Мордовии благодаря различным программам сумели получить средства на улучшение жилищных условий. Так что сладкие подарки к Новому году и другим праздникам становятся уже дополнительным приятным бонусом. Экономическая ситуация, значит, очень сложная, и, безусловно, сформировать бюджет не меньше суммы, чем в прошлом году, нам очень-очень сложно, но мы это сделаем. И все социальные вопросы, которые решаются и выделяются в бюджете, средства мы тоже, безусловно, сохраним. И я еще раз повторяю, это наша политика, и мы ее будем продолжать дальше. В Доме Республики в этот день те, кто родил или взял в приемную семью 4 и больше детей. Почетный диплом многодетной матери 1-й, 2-й, 3-й степени за большой вклад в возрождение и развитие лучших семейных традиций в Мордовии вручают более 10 лет. Многие приходят за дипломами не первый раз. Светлана Рогачева из мордовского Коломасова. Мама уже 7 детей. И теперь обладательница почетного диплома многодетной матери 1-й степени. Считает, что женщина в любой ситуации должна оставаться социально активной. И социально активной, и к семье надо время уделять, и хозяйству, куда уж хватит силы. Плюсом к почетным дипломам многодетной матери идут социальные льготы и единовременная денежная премия от 20 до 30 тысяч рублей. Многодетные мамы не скрывают, им приятно любое внимание. Завершением официальной встречи становится традиционный, но неизменно трогательный момент. Многодетным мамам дарят платки. А потом Владимир Волков поднимает свой бокал за здоровье тех, кому страна обязана жизнью. Татьяна Бебинова, Сергей Бебинов. Наши новости.